Эксперты предупреждают, что осенняя волна ковид в Германии вступила в активную фазу. В некоторых регионах Баварии, Гессена и в нескольких городах Северного Рейна-Вестфалии больницы уже столкнулись с нехваткой коек в реанимациях. Немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn планирует ускориться. Пассажиры получат возможность в середине декабря путешествовать чаще и быстрее на популярных направлениях. Представитель совета компании по междугородним перевозкам Майкл Петерсон презентовал новое расписание маршрутов. По его информации, Кёльн и Мюнхен станут ближе. На этом направлении железнодорожное прямое сообщение будет в будущем осуществляться два раза в час. В новом расписании Deutsche Bahn появится прямой поезд от Гамбурга во Франкфуртский аэропорт, а также запустят новый ночной поезд международного сообщения Берлин-Цюрих. Компания Mars прекращает поставки товаров в немецкие супермаркеты. С полок супермаркетов исчезнут не только шоколадные батончики Mars. Придется приложить усилия, чтобы найти макароны, рис и даже корма для животных этого производителя. Дело в том, что Mars решила повысить закупочные цены на свои продукты, с чем не согласны немецкие магазины. Чтобы добиться своего, американский гигант приостановил поставки. И о здоровье. Диетологи предупредили о вреде употребления вареной куриной кожи. Дело в том, что она накапливает вредные вещества, которыми кормили птицу. Кроме того, в ней большое количество холестерина, поэтому медики рекомендуют перед приготовлением курицы срезать кожу.